Поехали. Стартовый состав Ромы. В воротах садилось, ну и, наверное, сейчас Мантелло расхлебывает. Перотти на Пьянича, Пьянич на Салаха, Салах, Эль-Шарави! Ну, прямо скажем, не самый простой момент. Не самый простой, но, опять же, давайте отметим, как было разыграно. Здесь задержался немножко Ранойке, поэтому офсайда у Салаха не было. Перотти сместил акцент атаки направо, Пьянич не задержался. Салах очень здорово голову поднял и увидел, что Эль-Шарави нырнул. Забить невозможно. Флоренци набирает скорость на левом краю. Делает предложение Эль-Шарави. Вот он с мячом. Есть забегание от Майкона. Эль-Шарави бьет. Флоренци. Гол! Алессандро Флоренци. Плоть от плоти. Римлянин. За первый тайм контратаку. Но каждая из них была настолько опасной в исполнении Ромы. Эль-Шарави бьет. Салах находился в офсайде, но не Флоренци, который со своим росточком-то и 180 нет. Один из самых низкорослых футболистов на поле находящихся, он выскочил удачно на этот мяч и кивком пробил так, как не удалось сделать тому, что помните? Салах не при делах. Стежки практически получаются. А Флоренци в деле. Мельчит Рома, в том числе и с каблучками здесь фокусы проходят. Салах. В касание от Флоренци. Может быть, поспешил Алессандро, но мяч по-прежнему Рома. Удар! Гол! Перотти! Отмечает он его, это дерби, прекрасным голом с передачей Эль-Шарави. Рома долго мельчила, ковырялась, играла пятками и прочими частями стопы по делу и без. Но вот в том случае, когда нужно было на коротеньком промежутке пространства сыграть тонко, она это сделала. Эль-Шарави на Салаха, есть пространство у Ромы, передача в касание, Пьянич! Мимо! И обратите, сырванные поправятся. Смотрите, смотрите на Пьянича. Вот передача, вот он бросил взгляд и бьет ближний угол. Хотя, кто его знает, может быть, этот мяч и потащил. Может быть. Ой-ой-ой. До-до. Исполнить он может. Это, знаете, тот самый редкий типаж форвардов, которые могут из ничего гол создать. Сориано. Корреа. Удар. Фернандо. Рикошет и гол. 2-1. Едем дальше. Фернандо забивает свой, когда Флоренци забивал. Первая такая во втором тайме затяжная атака. И здесь... чуть ли не Пьянич ногу подставляет. Чуть ли не автогол это был. Да, Миралем Пьянич срезает мяч в собственные ворота. Да, причем совершенно в другую сторону этот мяч. Ситуация, Фернандо допускает ошибку. Прессинг сработал, Салах. Есть Джека, передача в коридор. Эль-Шарави! Вот такое тянущееся было движение, он вложился в этот удар хорошенько, спору нет, но все равно удар был неподготовленный, видите? Хотя позиция, конечно, забивай не хочу. Тут ведь еще и Сильвестре стелился и тем самым немного, может быть, смутил Эль-Шарави, но он уже наотмашь лупил.